Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 14 июня 2021 года. Я благодарю всех подписчиков и всех соратников за вашу помощь, за ваши комментарии, самое главное, за материальную помощь, которой вы поддерживаете мой канал и то, что вы мне прислали на камеру. Я собираюсь сейчас на камеру. Я отдельно сделаю, отдельным списком всех поблагодарю, но в данном видео это просто коротенькая такая зарисовка, прям по-быстрому, потому что я готовлю для вас очень много нового материала, который требует времени, а это быстрая зарисовка того, как быстро затирают следы. Вот совсем недавно буквально я показывала на своем канале видео про светильники на арках на доме проспекта Мира 118, показывала то, что эти светильники, они действительно могут быть техническими электрическими объектами допотопной цивилизации, в том числе в метро. Я показала, но назвала неверно станцию, сказала, что это Павелецкая, но тем не менее те, кто отслеживает наши материалы, они поняли, что речь шла о станции Площадь Революции, потому что именно там была у них промашечка, у них именно там я засняла вот эту розетку открытую. И когда я вот через месяц буквально проходила по этой станции, мне стало смешно, мне в глаза бросилось то, что она прикрыта стыдливо в тон, правда, в тон золотистому цвету, золотистому металлу, но в тон просто дощечечка прикрыта. Сейчас я вам все покажу. Вот на площади Революции переход на Охотный ряд. Вот она. Уже ее закрыли фанерочкой. То есть наши блоги смотрят и реагируют. То есть прикрывают фанерочками заглушки, к которым идут провода. Вот это заглушки. Вот такое небольшое наблюдение, но, тем не менее, это очень интересно. И такая игра у нас как бы происходит, получается. Только мы говорим это все в открытую, а они это все делают втихаря. Они просто тихо, вот как мыши, как крыски из нор своих наблюдают, да, и просто вот потихонечку это все прикрывают. Точно так же, как египетскую силу дом, который я показала, его потом просто так полно закрыли, мрачно, на Большой Дмитровке. И боюсь, что этот дом просто разрушат, хотя он очень крепкий, он уникальный, он с египетской символикой, но им же не жаль, они же здесь не, это же не их родные города, да, они же здесь оккупанты, поэтому они все это рушат. Но вот такая у нас идет игра в этом мире, здесь и сейчас, на данный момент. Надеюсь, что мы все-таки победим, потому что наше дело правое, и победа будет за нами. Всего доброго, до свидания, и скоро будет очень интересный большой материал.